desire, cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you reach your stage, it's tiring. Enough is enough. Ложим себе на ноги и смотрим. Вот так аккуратненько двумя пальцами нажимаем. Так, вот, видим крючок, значит. Это мальчик. Так, аккуратно берем его. Вообще, чтобы они не царапались, не отцарапали, их лучше всего брать за передние, вот как видите, лапы снизу. За уши и вот за лапы. Они тогда не достанут. Сейчас пойдем смотреть девочку. Так, вот у нас девочка. Значит, переворачиваем так же. Аккуратненько. Тихо. И смотрим. Вот видите, крючка нет. Вот она, девочка. То есть очень-очень легко, двумя пальцами. Ничего сложного здесь нету. Можно еще за лапу просто их вот так брать, чтобы не царапать. Ну вот, в общем, как определить пол кролика, я думаю, вы поняли. Как бы двумя пальцами нажимать, в принципе, ничего сложного в этом нету. Если будут вопросы, пишите, оставляйте комментарии, всем отвечу. Ну, всем спасибо за просмотр, ждите следующих видео. До свидания.